Дорогая Ксения Собчак, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я тебя очень уважаю. Ценю за твои интересы, за твой бизнес, за интересные там, путешествия, там, картинки, за твой острый ум и язык. Но я вынужден это сказать. 9 лет назад или 10 мне предложили договорной матч, и я согласился, сделал большую ошибку. И меня потом из страны... А потом согласился Прохоров играть договорной матч. И все мы помним его громкие заявления по поводу того, что им, богатым человеком, тоже поманипулировали. Теперь я слышал, что ты собралась быть на выборах, и ты понимаешь прекрасно, что ты делаешь легитимным Путина и сбиваешь Алексея Навального. Я буду вынужден послать тебя и всю твою команду, если ты это сделаешь, пожалуйста, не делай.